Дзинжоу. С каждым днем все больше городов, где появляется новая полиция, и все меньше мест, где можно хорошо погулять прокурорам, судьям и депутатам. А теперь представьте, человек на 2 года залег на дно. Он жил на острове без интернета и телевидения. Приехал в Украину, и тут его задержала новая полиция. Сержант полиции... Подожди! Ржака! Блин, я думал, пацаны будут встречать там с цыганами, с медведями. А тут на тебе 2 стриптизера. Блин, вообще бомба, я вас на телефон сниму. А ну, скажи еще что-то. Сержант полиции Бережок. Бережок, это ты сам придумал, да, фамилию? Мужчина! Вы мешаете нам исполнять свои обязанности. А, да, извините, исполняйте. Вы тут, кстати, раздеваться будете, да? Вообще-то мы новая полиция. Новая полиция? В Украине? Где скрытая камера? Где, куда смотреть? Я понял, вы сейчас типа раздеваетесь. Я такой, ой-ой-ой, а потом покажут в голых и смешных. Да? Вообще-то наш разговор фиксирует 2 камеры. Одна на моей груди, а вторая в патрульной машине. И что, они смотрят сейчас, да? Пацаны, прикол, бомба! Вообще! Все, еду уже к вам, пацаны! Мужчина! О, классная у тебя кепка, так... да, я сфоткаюсь, а? Руки, мужчина, ведите себя! Да ладно, что вы, пацаны, начинаете? Ну какие вы менты, ну посмотрите на себя, ё-моё! Кожа до кости! Не бывает таких худых ментов! Не бывает! Пожалуйста! Че это? Патрульная служба Киева? У меня такого фуфла навал. О, смотри. О, кум министра МВД. Вот это. Друг Обамы. На Фейсбуке. Мужчина, я извиняюсь. О, я извиняюсь. Да менты такое даже выговорить не могут. Вот ты мне скажи, мы сейчас где? На 45-м километре скоростного шоссе. А менты бы ответили в рифму. Еще бы и руку скрутили мне, понимаешь? Предъявите, пожалуйста, ваши документы. Пожалуйста! Бережок! Вы меня разрываете, пацаны. Пожалуйста! Если бы вы еще сейчас на английском начали базарить, я бы тут потух вообще. Excuse me, sir. We are the new police officers. Please show us your driving license. Yes. Подождите. Я что, не в Украину прилетел? Подожди. Газ на заправках, жирные морды на бигбордах. А курки на обочине? Не, я в Украине, не надо. А если я в Украине, меня должны останавливать менты. Не, гаишники, о! Гаишников разогнали. Ты чё так прикалываться, алё? Кто же их разгонит? У кого столько денег? Чё, реально? Подождите, а куда старых дели? Расформировали. А преступность? Снизилась. Ну тут логично. Подождите, а кто у вас сейчас главный? Давай я позвоню, поговорим. Сгуладзе. Грузин, что ли? Екатерина Сгуладзе, грузинский специалист. Главный мент баба? Да ладно, мужики. Что тут за 2 года-то произошло? А мэр Киева кто? Кличко.
Подожди, подожди. А президент? Порошенко. Кто это? Ну, у него еще кондитерская фабрика «Рошен». Подождите, подождите, дайте я соберу этот пазл. Значит, президент у нас кондитер. Мэр Киева боксер. Главный мент баба. А кто премьер-министр? Чеченский боевик. Ну, я уже почти поверил. Ну, вы даете. Это все-таки прикол, да? Не прикол? Документы, пожалуйста, покажите. А, то есть это все реально, да? Понял. Тогда будем звонить реальным людям. Сейчас, секунду. Алло, Анатолий Иванович, здрасте. Только прилетел. А вы в роуминге? А долго еще будете в роуминге? Пока все не устаканится? Извините. Документы ваши, пожалуйста. Сейчас, подожди, куму в МВД наберу. Алло, кумчик, привет. Только прилетел. Такая ситуация. Это лучше сядь, а то упадешь. Уже сидишь? СИЗО? А что... Извини. Документы, пожалуйста, предъявите. Последний козырь. Ага. Прокурору позвоню. Алло, товарищ прокурор, здрасте. Уже не прокурор? Люстрация? Это что, типа как у котов? Ну, выздоравливайте. Вы что со страной сделали? Позвонить некому. Да вы не волнуйтесь так, мы вас сейчас оформим и отвезем домой. А что это вы такие добрые? Тимуровцы, что ли? Аваковцы. Так, ладно, засранцы. Аваковцы. Ладно, пацаны. Надя, возьмите, женам букетики купите. Это взятка. Молодец, бережок. А вот это? И это взятка. Красавчик. А вот это? А вот это не взятка. Ну, слава богу. Это взятка в особо крупном размере. Руки так, на руки, капот, руки, быстро! Быстро! Руки. Убери это, блядь, чего? Так, вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано на руки у вас в суде. Ну, что ж вы делаете? Так, я сказал, руки! Я тебе сказал, убери эту херню! Стойте! Ты что ты ко мне прилетел? Я домой прилетел! Я держу, 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 держу! Да вот ты держишь, отвали! Вызывай подкрепление! Вызывай подкрепление! Что здесь происходит? Вот это верю, вот это мент. Даже больше на гаишника похож. Мадам, здрасте. Здрасте. Не по понятиям, алло. Молодой человек, мы вас сейчас в аэропорт отвезем, потому что с вашими понятиями в этой стране вам будет многое непонятно. Я не понял. А сейчас, секундочку, секундочку.